Привет! Вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на налобный фонарик. Когда-то я уже делал обзор на 14C. Теперь фонарик SL057C. Вот. Сейчас покажу, достал его. Уже достал, по-моему, ничем не отличается от 14C. Оп. С одной стороны крутится крышка, она достается. Здесь все на трех мизинчиках в батарейках. Батарейки East Power типа AA. Такая вот штука. Соединены батарейки последовательно. Из них получается 1,5 на 3,4,5 вольта. Так, вставляем. По-другому никак не вставить. Закручиваем. Выкручиваем здесь 4, 5, 6, 7 диодов. 7 диодов. Есть какие режимы? Первый режим, второй мигающий. И выключено. Такой вот налобничек. Есть какая-то мягкая вставка. Чтобы лоб потел, но не болел. И вот такая резинка. На голову одевается и происходит регулировка. Вот такой вот обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!